Полуфиналистка шестого сезона шоу «Холостяк» Галина Чиблис снялась в клипе у своего возлюбленного, рэпера Яникса. Исполнитель презентовал новую видеоработу на трек «Что ты с собой сделал?». Подпишись на канал, не забудь поставить колокольчик, чтобы не пропустить уведомления о новых видеоканалах. В конце мая участницу шестого сезона шоу «Холостяк» Галину Чиблис засняли на романтическом свидании с рэпером Яниксом. Пара, держась за руки, гуляла по Санкт-Петербургу. Тогда молодые люди воздержались от комментариев. Однако позже Галя опубликовала в своем микроблоге трогательное фото с хип-хоп-исполнителем, тем самым подтвердив слухи об их романе. Накануне Яникс представил свою новую видеоработу на трек «Что ты с собой сделал», записанный совместно с рэпером Флэш. Главной героиней клипа выступила Галина Чиблис. Примечательно, что совместные сцены пары сняты под водой. На данный момент клип набрал более 250 тысяч просмотров. Ссылка на клип в описании к этому видео.